Я вообще не готовилась. Ксения Устимова без ложного преувеличения рассказывает, что в ночь перед экзаменом не грызла гранит науки. Да и вообще особо не готовилась. Настолько была сильная база преподавания русского языка в школе, что экзамен дался легко. Оттого и по итогу 96 баллов. На самом деле я не ожидала такого результата. Когда я зашла в свой личный кабинет и увидела 96, я думаю, вау, как так? На самом деле я благодарна своему классному руководителю за то, что она нас подготовила очень хорошо. Именно благодаря ей я заработала эти 96 баллов. Ну, хотя на самом деле нас весь класс высоко сдал. Это ее заслуга. И огромное ей спасибо Тимершиной Дине Габдрашитовне. И таких счастливчиков, доказавших своими знаниями, что, возможно, если не все, то многое, полный зал. В этом году салаватские выпускники показали высокую результативность на едином государственном экзамене. Русский язык – 96 баллов, английский язык – 95 баллов. Знаете, такие встречи, мне кажется, они очень важны и для нас очень нужны, чтобы, во-первых, сказать вам огромное спасибо. Большие слова благодарности за ваш многолетний, кропотливый труд, потому что к таким результатам не просто было прийти. Я прекрасно понимаю, чего это стоило, сколько, может быть, бессонных ночей, сколько усердия, стараний. И также пользуюсь возможностью сказать огромное спасибо вашим учителям, кто вложил в вас всю свою душу, кто сопровождал вас на протяжении всей вашей школьной жизни и вместе с вами достиг таких потрясающих результатов. Не остались без внимания и главные наставники ребят, учителя. Администрация города тем педагогам, чьи ученики получили по результатам ЕГЭ 100 баллов, подарили сертификат номиналом 30 тысяч рублей. Спасибо. Поздравляю. Молодец. Всегда славился качеством образования, успешными выпускниками, лучшими педагогическими традициями. И этот год был не исключением, хотя он был особенным и необычным. Да, были трудности, но совместными усилиями администрации города, отдела образования, учебно-методического центра, коллективов школ дистанционное обучение в нашем городе прошло на высоком уровне. Далее мероприятие приняло форму диалога. Выпускники могли задать мэру города самые разные вопросы. Детские годы, семья, любимые книги, спорт, образование и жизненные цели. Эти темы стали самыми популярными. Желание, стремление, они необходимы в том, чтобы достигать целей, которые мы сами себе ставим. Но мне кажется, гораздо важнее быть усердным и, несмотря ни на какие преграды, сложности в жизни, преодолевать их. Потому что в любой задаче всегда были и будут сложности разного порядка, но если вы верите в себя, если вы действительно хотите достичь любых результатов, которые вы сами перед собой ставите, то очень важно не опускать руки и идти вперед, несмотря ни на какие сложности. Светлана Халитова, Ильнур Зиязидинов, телекомпания «Салават».